совсем скоро, уже вот-вот, новые похождения Федора и его ретробасов. В новых сериях продолжение истории восстановления легендарного лунохода автобуса ЛиАЗ-677, а также запуск в рамках программы импортозамещения на городские маршруты Пазика-Барбухайки, уважаемые пассажиры, передаем Икаруса 256 и нового старого Рафика. А еще откопка из-под мхов легендарного дорожного лайнера Икарус-55. Не пропустите, Федя будет на Черной Волге. Федя, жди меня тут. Эй, я Федя. Добрый день, товарищ. Что, походу, зажрался. Жопа.